Что ж, всем привет, дорогие друзья, рад приветствовать вас на канале Омигон, и это закрытая трусовка, реакция, погнали смотреть. Довольно-таки интересный автор, как мне посоветовали посмотреть. Посмотрим, Россия 23. Пиздец, говорю, сука, с камерой. Помог бы убраться, в смысле, сейчас гости придут. Это Владимир, арт-директор комнаты. Парень организует самые пафосные закрытые вечеринки в России. Среди тусовщиков его уже прозвали пупочный катышек диджея Тиеста. Парень... Кому? Какой пупочный катышек? Что? Что? Является гением ивент-катышек диджея Тиеста. Парень является... Пупочный катышек диджея Тиеста? Серьезно? Является гением ивент-индустрии ради жаркой тусовки. Он готов пойти на любые жертвы, даже пропылесосить. Блять, сука, носок засосал. Владимир не первый раз засосал носок. Возможно, если бы он тренировался на помидорах, у него была бы девушка. Владимир, расскажите, а вот гости придут, ваша девушка придет? Занята она. У нее опять съемки с лысым. Че, блять? Для создания шведского стола Владимир использует только деликатесы. Традиционно в меню входят креветки, крабы, сыр, чеддер и свежая семга. Просто нахуй купил, блять, сука, чипсов. Внешний вид Владимира – один из важнейших этапов подготовки. Для того, чтобы войти в образ настоящего тусовщика, Владимир надел шляпу. Хотя на самом деле он скрывает под головным убором лысину, как Михаил Боярский. А ведь Михаил видел тысячи таких, как Владимир. Это реально годно. Как оказалось, даже у профессионального организатора бывают проколы. Просто парень чела напрягают. Сок. Для этого он отправился в магазин и забыл взять с собой ключи от домофона. Наша съемочная группа решила воспользоваться ситуацией. Алло. Я. А ты где? Внизу я, сука. Владимир признал, что он находится внизу, глубоко под землей. Сок доставлен, начинают приходить первые гости, так как вечеринка максимально закрытая. Для того, чтобы на нее попасть, нужно пройти строжайший фейс-контроль. Кто? И вот дан старт закрытому пати. После того, как все пообщались и устали, Владимир решает превратить тусовку в мощнейший рейв. Давайте это, в настольные игры поиграем. Настольный рейв. Коллекция настольных игр Владимира действительно внушительная. Это любимая игра. И ведь реально голос, как в новостях, прям серьезно. А Владимира ее суть объяснять друг другу слова. Как указано на коробке, здесь 2400 слов для объяснения, а это в два раза больше словарного запаса Владимира. Иди нахуй, сука. Для разминки выбрана простая игра «Угадай кто». Ее суть — угадать персонажа или человека, имя которого тебе наклеили на лоб. Владимира не зря называют арт-директором комнаты, ведь в любой настольной игре он действительно профи. Я человек? Нет. Ага. Одна буква и сразу в точку. Владимира не... Ты гонишь нахуй, ты меня чертом называешь, блядь. Бери, сука, свою хуйню, олень, блядь, Алёша. Мы решили остановить показ сюжета, ведь Владимир задал очень интересный вопрос. Действительно, его звание не подтверждено ни одним экспертом. Для того, чтобы разобраться в ситуации, наша съемочная группа связалась с преподавателем Чертовеческого университета, доцентом кафедры чертологии российского кинематографа Вячеславом Что Альбертовичем. Что происходит? Знаете, нельзя сказать со 100% вероятностью, о ком бы то ни было... Черт или не черт. Но случай Владимира уникален. Это 100% черт. После разговора эксперт прислал неопровержимый... Ну почему это так смешно, реально? Так нелепо, но смешно, блин. Мы видеодоказательства. Даже прикрепили просто видеосвязь, как в новостях, реально. Это добытая чертоведом запись с экрана компьютера Владимира. Парень недавно планировал улететь, пользуясь сервисом поиска дешевых авиабилетов Aviasales. Во время покупки реклама, билетов парень подтвердил догадки чертоведа при выборе класса обслуживания. Гонишь нахуй фотошопер хуев, блядь. Убери эту хуйню свою, камеру убери на. Следующей была выбрана настольная игра Дженга. Ее суть — доставать по очереди деревянные палочки из пирамидки до тех пор, пока она не упадет. Владимир досконально изучил все правила. Блять, второй рукой не помогает, одной рукой все делает. Все делать одной рукой — девиз Владимира по жизни. Какая нахуй рука, ты че гонишь? Вот пирамида построена, игра близится к финалу. Все делать одной рукой по жизни. Блин, да идите вы, ну хорош. Сейчас в игре наступил очень важный момент. Владимир старается максимально аккуратно достать палочку. Прям реально его напрягает. Наша съемочная группа решила поддержать Владимира в этот важный момент. Чтобы не отвлекать его, мы решили связаться с ним по телефону.
Наша съемочная группа была изгнана с вечеринки. После было принято решение создать сообщество для тех, кто смог вырваться из лап Владимира. Насколько мне известно, вы долгое время находились в плену у этого изверга. Скажите, что вы чувствовали в этот момент? Просто красавчики, реально. Че, дурачок, нахуй? Ты, блядь, интервью берешь палочки, блядь? Палочки не можем найти, блядь. Вот вечеринка окончена, гости ушли. Увидев бардак в комнате, Владимир сразу решил взяться за дело. Сука, убери свою хуйню, ты используешь меня нахуй в своих видосах, блядь. Хуйню исполняешь, блядь. И в пизду вообще, свои камеры ебучи, блядь. Владимир действительно обиделся. Для того, чтобы загладить свою вину, наша съемочная группа решила сделать ему подарок. Этим широким жестом наша съемочная группа... О, там кружка, весы, у меня такая же кружка была, только со стрельцом, и еще... А, весы у матушки такая, вот точно такая же кружка, как у него в углу. Показала Владимиру, что мы не используем его, и даже наоборот ценим. Приятно, ты... Я так со зла. Вячеслав с двух интеграций обещаю выделить Владимиру футболку специально для России 23. Ты ебись. Ну это ржачно. Это безусловно ржачно. Это прям. Я видел отрывками в ТикТоке, а вот здесь целое видео, это довольно-таки очень ржачно. Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан. Увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока.